он специально затих, когда я буду говорить. Всем привет, меня зовут Галинка, и это мой... Спасибо. Всем привет, меня зовут Галинка, и это мой альтернативный взгляд на город Екатеринбург. Мы приехали в такой большой район, что про него придется снять сразу несколько выпусков. Этот район называется Бис. Он же Верхесецкий район, он же такое прикольное место. В этом году 10 лет, как я уже живу в ЕКБ. За эти 10 лет я ни разу не была здесь на визе. Ну, прям прикольно, что мы сюда приехали. И это не простое место, это место центральный стадион. По некоторым инородным звукам понятно, что мы находимся на стройке. На стройке этого центрального стадиона, а точнее на его реконструкции. К 2018 году, к чемпионату мира по футболу. Конечно же, все в курсе. И мы здесь, мы еле нашли это место. Покажи, здесь такой крутой вид. Слушай, ну крана все равно не влазит. Первое спортивное сооружение на этом месте было возведено еще в 1900 году. И это был велодром. Через 25 лет Владимир Ильич Ленин закрыл его торжественно и открыл Уральский областной стадион имени Владимира Ильича Ленина. Себя любимого, как, в общем-то, и все, что он делал. Я больше не буду ничего плохого говорить про Ленина. С канала. Центральный стадион был построен уже в 1953 году. И изначально называли на момент проектирования «Металлург Востока». Но это правда так! В 2003 году его закрыли на проведение матчей. В 2006 его закрыли на реконструкцию, открыли спустя 5 лет, то есть в 2011 году. И в 2014 уже основательно закрыли на реконструкцию, уже к чемпионату мира по футболу 2016 года. В общем, мы сняли про стадион то, что хотели. Это не так много. Про Висп мы только начали говорить. Это первое место, оно знаменательное, особенно в жизни нашего города. Почти уже и моего города тоже. Как девочка, я не знаю, что еще можно рассказать про стадион для футбола. Ну, как бы. Вот он, вот стройка, мы здесь, и мы закончили, и мы идем во второе наше место. Это очень советское название. Парк 22-го, парк съезда. Все, он улетел! В 1961 году состоялся 22-й съезд ЦК КПСС. И в этом же году в Екатеринбурге появляется одноименный парк на месте бывшего ипподрома. У нас какие-то сегодня места, велодром, ипподром, и все главное рядышком. Парк 22-го парк съезда, как говорит карта, окружен Верхесецким бульваром и улицами Крылова, Хомякова и Московская. Сразу за дворцом молодежи. Площадью этот парк 11 гектаров. На нем более 220 штук деревьев. В 1970 году этот парк рисковал быть вырубленным, но местные жители окружающих домов вступили за него, отстояли, и этот парк существует и по сей день. Обожаю такие истории, их по городу много, и я расскажу о них в следующих выпусках, не только в этом районе, а во множестве других, где люди принимали участие в судьбе вот таких вот мест. Этот парк хотят объединить с площадью коммунаров, с парком, в котором как раз-таки есть вечный огонь. Создание... Таня, куда мы зашли? Здесь мухи летают. Речь о создании единого парка зашла вообще в преддверии чемпионата, конечно же, в 2016 году. По-моему, уже какая-то... Все сводится к нему. Но я их и объединила поэтому в один выпуск, потому что, мне кажется, это все происходит чисто из-за того, что центральный стадион в откровенной близости к этому парку. Специально для этого, для создания единого парка, который вроде как даже еще и захватить должен и сеть. Я, честно, не поняла где, но администрации виднее. Они даже специально для этой цели наняли группу французских архитекторов. Я в шоке. Но, видимо, наши архитекторы уже ни на что не годны, поэтому приходится нанимать заграничных. А мы не знаем, кто это. Но тут есть какая-то птичка, которая нам все... О, их там две! Карту я еще не нашла. Поэтому кто найдет, все еще его ждет вознаграждение. Прикинь, сейчас сами нарисуют и принесут. Вознаграждение не денежное. На данный выпуск это, пожалуй, все. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, подписывайтесь на мою страничку «Альтернативный взгляд» ВКонтакте. Ну, а на мой Instagram можете подписаться. Конечно же, я жду от вас предложений съемки мест, которые вам нравятся. И эти места должны быть в вашем районе или районе ближайшем, неважно. Виз. Ты прям мне нравишься. Я прям сниму про тебя еще парочку выпусков. Вот. Вот, неплохо. Всех люблю, будьте чудом. Пока-пока. Муа! Смотри, она такая курица почти. Ты видишь ее?
Она реально скачет в кустах. Вон, смотри, у нее червяк. Фу, у нее червяк. Ой, она спалила, смотри. Твою мать, она ускакала через кусты. Их, короче, тут просто даже... Их практически так же много, как спортсменов.